23 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за весь период выявили 7473 заболевших. С выздоровлением выписали 6893 человека. Умерло 69 людей. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию 1.5 метра друг от друга. Мужчинам эксперты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышения температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.